Доброе утро. Так, я не буду переснимать, не передразнивать. Доброе утро. Я сейчас вам покажу нашу погоду чудесную. И мы отправляемся в метро сейчас. Помните, вы просили показать свои продукты, фавориты, которые я покупаю. Ой, ну, в общем, вот. Вот такая вот чудесная погода. Так вот, сейчас будьте на связи. Мы едем в метро, и я вам все покажу. Ну, все, мы в метро. И я, как и обещала, я потом все эти истории оставлю в актуальном. Все сохраню. Ну что, начинаем мы всегда с водички. Вот, вот эту водичку берем. Это что, я сейчас должна фавориты, да? Такая перестановочка, все-все поменяли здесь в метро. Сейчас не могу найтись, в общем. Ну что, я люблю, когда я прихожу за продуктами, сразу же все брать в одном месте. Сейчас покажу зубную щетку, спрашивать, какая зубная щетка. Вот это. Вот моя зубная щетка. Очень удобно тем, что мы, допустим, на отдых едем как-то. Берем ее одну и берем разные насадочки. У меня вот такая. У мужа, по-моему, сейчас скажу, вот так. Еще покажу. Всегда у меня дома находятся замороженные булочки. Мало ли, хлеба нет. Такое ощущение, что будто хлеб лежит. Вот такие, в духовочку. И они хрустящие, вкусные булочки получаются. Соуса. Соуса тоже здесь всегда берем для ролл. Вот эту штучечку. Вот такую вот рисовую бумагу. И рис. И рис вот этот. Вот этот соус очень любим. Кто любит такую остриночку сладенькую, и курочки, и креветочкам. Мы попробовали первый раз его в Таиланде, но очень похож. Вот, вот этот соус. И кокосовое молоко вот это любимое. Скоро суп сварим. Тунец. Вот консервированный тунец для салатика. Как-то мы делали с кукурузой, с яйцом, еще с чем-то, с зеленью. Вот этот тунец мы берем. Дальше. Далее мы уже в мясном. Вот эти вот чевапчики. Кто-то писал, ой, ужас, Юля, что вы едите. Ну да, иногда едим. Сейчас в гриль быстренько сделаем, и все моментально. Аня их обожает. Мяско, все стейки тоже берем здесь. Видите, какое разнообразие. Конечно. Разнообразие мяска. Вот, страчителла, и причем ее здесь завезли очень-очень много, да. Берем две штучки страчителла, вот, любовь моя. И сыр креметта. Открою вам маленький секретик. Вот этот сыр, сыр дурблю, я использую именно синий, использую соус сливочно-сырный. Вот не такой, не такой, а вот такой. Рыбку, филе. Лосося я всегда беру замороженный. Уже показывала, наверное, несколько раз. Вот, вот эта рыбонька. Ой, вот она. А еще сейчас попробовали вот эту вот. Вот эту рыбоньку. Недавно мы ее готовили на даче. Она уже филе. Филе почищенная. Почищенная рыбка. Показываем дальше. Вот эти креветки. Вот они. Лангустины, да, их называют еще раз. Вот они, огромнейшие креветки. 6/8. Вот такой размер. Берем. Вот это не мои фавориты, но так прям что-то глаз упал. Никогда не брала, не пробовала. Маракуйя уже замороженные. Это, наверное, для смузи. О, да, для смузи. Вкуснятина какая. Возьму. Дальше продолжаем. Вот они. Красоточки. Вот этих осьминожечков. Осьминожки маленькие-маленькие они. У них такие щупальца маленькие-маленькие. Мы их обжаривать сегодня будем. О боже, какое лососище. Это не мой фаворит, но просто проходила мимо. Размер, конечно. Вот как его, куда? Ого. Блин, это что-то. Зелень, конечно же, зелень всегда беру здесь. Мне кажется, она здесь самая свеженькая. Шпинат. Где же наш шпинатик? Обожаем шпинат. Вот этот вот. Вот он. Инжир.
инжир практически всегда, когда я здесь бываю, он здесь всегда есть. Свеженький, мягонький. Ой, как его много. Люблю брать их не всегда, но иногда вот такую смесь. И там все сухофрукты. Я люблю вот эти яблочки. Мы прям с Сашей иногда ссоримся, и он их любит. Вот эти яблочки сушеные такие. Они не как будто бы не сухие, а как будто бы мороженое. Это фавориты детей. Вот такие обожаю. Здесь банан, как будто бы банан реально. Это вот из желе, его так открываешь и ешь. Хочу с вами посоветоваться. Я не знаю, какую безглютеновую смесь взять. Хочу приготовить пирог персиковый. Ну вот, безглютеновую смесь нужно. Возьму вот этот вот. Вот эту, не знаю я, правда. Это, наверное, не надо, да? Спагетти, нет, чеснок не надо. Вот спагетти наши любимые, черненькие, с чернилами, каракатицы. Дальше вот такие вот спагетти цветные. И возьмем на пробу вот такие. Еще попробуем сейчас взять смайлики. Спагетти-смайлики, ну вообще, да? Мне попадется самый, мне кажется, веселый. И спагетти-сердечки возьмем. Еще сразу покажу напротив, раз здесь нахожусь. Вот ризотто. Иногда очень редко. У нас как-то только Леша любит ризотто, больше никто. Уже готовая смесь. Представляете, с белыми грибочками. С чем еще есть здесь? А вот мои любимчики, вот они, вы их постоянно видите у меня на кухне. Вот французские травы, я их добавляю, итальянские, почти везде, в каждое блюдо. Вот они. Ну и вот он, манговое пюре, которое я в смузи добавляю, которое чизкейк готовила как-то давно с ним. Потом соус можно делать с ним различный. Вот она. Наши чивапчичи уже сейчас будут готовиться в гриле. Разбираем продукты. Ой, что же у нас тут еще вкусненького. Мамочка, где замороженная манго? Сейчас дам. Вот эти сухофрукты, все упало. Саша придет обрадуется. Аня, попробуй яблоки. Они самые вкусные. Попробуй. Ананас, манго. Как раз тебе, да? Тебе с больным горлышком. Свежая. Сейчас на пробу взяли свежая манго, только замороженная. Попробуем смузи Ане сделать, чтобы Аня вообще в школу не пошла, да, Аня? Играла такая песня. Я сегодня вообще не хотела истории снимать. А песня заиграла, и все. И хочется себя поснимать и попеть. Проводила Аню на модельку. Сейчас еду готовить дубль 2 шарлотку. Дети попросили. И хотела спросить, нравятся вам девушки, которые поют за рулем и себя снимают? Блин, мне нет. Что? Спустись, я не слышу, Сашуль. Саша говорит, что Дед Мороз... Мам, ты знала, что Дед Мороз миллионер? Я говорю, почему? Потому что он всем детям подарки покупает. Сашка, иди сюда.